Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 4. Урок 29. Найди значение выражения А плюс Б, если А равно 347, а Б равно 6893. А плюс Б будет равно 7240. Б. Значения изменились. А теперь равно 5750, а Б равно 29362. Вставляем эти значения в нашу формулу А плюс Б. 5750 прибавить 29362 получится 35112. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.